Ё-моё! Чего, Изидроп? Сразу новый ножик? Так вот так! Короче, набираем так. С тысячи рублей набираем 3000 комментов, и все, и будет мега розыгрыш, какой-нибудь нож из этого разыграю. Знаете что, друзья, у меня довольно-таки большое продолжительное время не выходили видосики по Изидропу. По-моему, их не было аж 2 недели, это связано с тем, что я был на отдыхе, вот тут неделя вроде. И плюс у меня не было 30-очки, а на Изидропчик я люблю залетать именно для того, чтобы открывать 6-й бесплатный кейс, потому что здесь самый сочный дроп. И знаете что, я нашел деньги, и я нашел вдохновение снять этот сайт, потому что Изидроп — это особенный сайт. Этот сайт отличается своей профитностью, ведь на нем я выбивал просто колоссальное количество дорогих скинов. Буду закидывать я с карты, и конечно же весь процесс я вам покажу, потому что Изидроп не является рекламным роликом, я работаю за ревку. Кстати, насчет ревки, за все время она принесла мне всего лишь 311 рублей, и, как вы видите, деньги я закидываю со своего кармана. И на самом-то деле, вот, переходите, активируйте мой промокодик, как он, вот он, господи. И все, я получаю с вас какой-то профит, благодаря вам вы получаете 30% скидку персональную. Обновить статистику, ничего не поменялось, 100%. Я же говорю, никто не переходит, ребята, помогите мне, как бы немножечко будет хорошо. Ну и чё, давайте тогда я уже закину 30-очку, буду закидывать с промокодом от самого Изидропа в 15%. Обязательно в комменты, если вы знаете промокодик на большое количество активаций, только не свои, умоляю, 50%, чтобы было, говорите. Так, буду, ну я закидывать буду через Бер, я зашел, положил 30-очку, которая у меня была в наличке. И при вас я это все это делаю. Ребят, огромный лайк, пожалуйста, за то, что я это делаю при вас, за то, что я не стесняюсь показывать, как это все делаю. И на самом деле мне будет максимально приятно, если вы нажмете 3000 лайков к этому видеоролику. Это будет максимально круто, ну, как видите, как бы да. Давайте тогда что сделаем? У меня, по-моему, даже на Яндексе было, вот здесь будет. А что это за херня такая? Алло, какой, введите логин, пароль, меня это все не устраивает. Давайте я при вас закину, и когда будет уже время подтверждать смс-очку, мы продолжим этот ролик. Так, друзья, наверное, вы слышали звук смс-ки, мне пришел код от Сбербанка, и я прямо сейчас пополняю денежку. Давайте нажимаем «Отправить», надо было просто выбрать визу, а не Сбербанк онлайн, я идиот, блин. Ну ничего, в принципе, исправимо, давайте нажмем «Вернуться в магазин». О, денежка снялась, на вашем балансе 400 рублей, спасибо, Изидроп. Окей, главное, чтобы он что-то принес. Давайте пока что это все дело обновляется, денежка давно уже не сразу приходит, вот замечаете, да? Плюс 4500 с промокодиком, и сумма неплохая, вижу, что Гарти здесь ножичек выбивал, поздравляю, бро, очень рад за тебя. Крейзи какой-то пацанчик, может быть, ютубер под фейком, а может быть, просто везучий челик. Ну и за час по фигне. Я зашел в такое очень нестандартное время, это 2 часа ночи, и, ребята, ну, все располагает для того, чтобы мы с вами сегодня окупились, и чтобы мы выбили что-то интересное. Знаешь, с чего бы я хотел начать? Да вот я не знаю, знаешь, нам нужно что-то придумать. Есть Factory кейс, о, что-то новое. Я этот кейс еще не открывал, как у Габена, так и на сайтах. Изидроп будет первый. Что здесь интересного есть? Есть здесь Legion of Anubis. Ну, что? Чего, Изидроп? Чего, Изидроп? Сразу новый ножик. Сразу новый ножик, то есть. То есть, сразу новый ножик. Еще раз повторяюсь, да, зачем я это сказал? Ну, ладно. Так, ладно, такой удачи дважды не бывает, поэтому мы сразу же выводим этот ножичек с нового кейса. Что, блин? Что, прости, не матерюсь, ребята, соблюдаем адекватность. Раз. Два. Ну, как бы да, это было отмывание денег сейчас на бесплатном кейсе number one. И, ну, раз обычные кейсы нам выдали, следовательно, можно попробовать себя в чем-то другом. Может быть, 3 кейсика мне повезет, как вы считаете? Я сейчас максимально надеюсь, что это не последний дропчик, потому что баланс еще большой. Впереди еще куча попыток бесплатных кейсов, я уж думал, ножик летит. И просто буду надеяться максимально, что это не шутка от Изидропа. И это не единственный успех в нашей блистательной карьере опенкейсеров. Поэтому, ребята, еще раз. Еще раз, 5000 лайков, дружище, ну, это такая сумма, которую тебе не сложно, а мне приятно. Ё-моё, Изидроп, так вот оно, почему я не открывал? Почему, ребята, почему я этого не делал раньше? Господи, вот он мой фаворит в опенкейсах номер один, санарабой. О да, ну, ну, как бы, понимаете, депозит он уже оправдал, плюс у нас еще есть бесплаточки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Кто? Кто так делает на русском ютубе? Покажи,
покажи мне, мать твою, того самого опенкейсера, который вот так вот нахуй. Подкрутка, подкруточка, изидроп, куда сосать? Куда тебе сосать? Что ты такой? Я не представляю. Админы, не смотрите этот ролик. Ай-яй-яй. Я, ребят, честно, я считаю, что это подкрутка. Я чистой воды. Если ты так считаешь, нажми лайк. Давай, я напишу в комменты лайк, если это подкрутка, а ты лайкнешь, и мы посмотрим, сколько нас. И мы посмотрим, как много таких, как я. Ой, мы... Ух, I love you, easy drop, мазафака. Естественно, я никому это не отдам. Зайдете в инвентарь, посмотрите, что я с этим скинул. Я никому не отдам их, я все заберу, почастую. Пацаны, это ролик, который войдет в историю. Пожалуйста, не засирайте его. Я ни в коем случае не отрицаю, что это подкрутка. Но факт остается фактом, за ролик мне не платил. А что? Ё-моё. А что? Да сука! А что, если EasyDrop решил закупать у меня ролики путем того, что я закидываю... Хотя, может, они узнали мой аккаунт. Да сука, да что ж. Они узнали мой аккаунт. По-любому. Напишите в комменты, я буду разбирать. Нет, давайте открывать с подкруткой. Если вы закинете бабки, вам так дорого, не выпадет это по-любому. Наебалово какое-то, ну клянусь, я не хочу материться, но, пацаны, аккуратней, берегите бабки, я не знаю, что происходит, я ни у кого не просил подкрутки, закидывал я сам бабки. Не заходил на EasyDrop давно, типа, аккаунт мой явно уже не замазанный какой-то. Короче, поверьте мне, мужики, ролик не проплаченный, естественно, я все это заберу, естественно, никаких закрытых выводов, потому что я никому не писал. Я зашел на сайт, закинул тридцаточку, я не знаю, что произошло с этим офигительным сайтом, потому что по-другому я назвать его не могу. Ну да, я не знаю, может быть здесь реально такие шансы. Напишите, что с EasyDrop'ом. Я как бы считал, что это лучший сайт на галактике, но что-то слишком он лучший, нет? Что-то прям есть такое в этом сайте, что заставляет сюда возвращаться. Ну, как вы думаете, что, мужики? Давайте мы вот так вот делаем, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Нужно больше. Сейчас, подожди. Нужно больше золота. Больше золота. Ну что вот это может быть, по-твоему, а, мазафакер? Что это может быть, мужик? Что это? Это чистой воды 5000 лайков. Потому что я вообще записываю ролик. Дай проверю, мужик, извини. Извини, вот это такое, но я проверю. Все-таки, ну, как бы понял, да, меня? Ну, явно, что уже... Явно, что все-таки... Ну, как бы это всем понятно, что ничего отсюда не выпадет уже. Понятно, что, ну, как бы я... Ну, понимаете, да, меня? То есть, ну, вряд ли, как бы, стоит ожидать чего-то от этого сайта уже после всего того, что он для нас сделал. Ну, как бы, понимаете, да, что сайт явно плохой, что он все-таки, ну, если так подумать... Я не понимаю, я не понимаю, чуваки, почему это без вебки? Почему это без вебки? Вы понимаете, настоящие эмоции, я не... Да, я... О, боже... Не, ну, почему без вебки? Надо столько легендарный ролик, я хер его знает. Ну, бля, Bloodsport, ну не надо, ну не хочу Bloodsport. Короче, одни перчи мы на вывод сделаем. Вот так вот, вот так вот. Даже вот так вот, я бы сказал бы. Вот это все мы немножечко продадим. Пацаны, ну, я не знаю, как вам сказать. Я все это забираю при вас и выведу, и покажу. Типа, ну, я хоть и не выбил что-то максимально дорогое, но у меня тут, блин, как бы таких ножей сколько штук. Давай, ладно, три раза откроем. Первый. Я думаю, на третий раз будет нож. Второй. Ух ты, 600 рублей. Третий. А у нас же еще бесплатный кейс есть. Вы купаете, мужики? Я совсем забыл. О, какая годнота-то падает. Ну, я не знаю. Но это мне, честно, очень приятно от EasyDrop такие подгоны получать. Прям, ну, конкретные. Пятерик. Два. Два, хорошо, восемь. Пятерик. Надо было остановиться на прошлом пятерике, но это уже азарт пошел, ребят. Но скажу так, мне сейчас далеко насрать. Мы уже выбили свое, мне терять нечего. Конечно, хотелось бы еще топ-кейсов подкрывать. Но давай уже перейдем к вот этому кейсу, самому дорогому. Здесь, собственно говоря, ничего особо говеного выпасть не может. Здесь нет... Кровавый спорт есть, согласен. Но он не падает, ведь падает огненный змей. Огненный змей падает. Кровавый спорт. 31 тысяча. Здорово.
Вот так вот мы сегодня грабанули Easy Drop, закинули 30 тысяч. Не, ну я не знаю, сколько этот ролик должен набрать. Ну ладно, я рад, что вот уж совсем было бы, конечно, Easy Drop. Ну давай, последний раз, ребята, Огнен, 30 тысяч, это сразу весь депозит. Просто, ну понимаешь, да, брат? Еще один кровавый спорт, мужики. Это максималочка, это просто респектабель, я не знаю, ну тут просто вот скрин сделать, как бы, и понять, насколько это круто, насколько я пожалуйста, 5000 лайков, максимальный респект вам будет за это, я сделаю такой конкурс, что у вас просто зубы выпадут. Я не знаю, грубо это звучало от меня или нет, но честно, это легендарный ролик, такого, по-моему, не было никогда, я просто вынес этот сайт. Подкрутка, не подкрутка, пацаны, мне далеко насрать, я все себе деньги забираю, типа, и меня далеко не волнует то, что... Я вам сразу говорю, вам не выпадет такое, по-любому. Нет, может и выпадет, вы можете попробовать, но мне кажется, меня как-то нашли админ, я хер его знаю. Даже если это так, для вас интереснейший контент, для вас красивая картинка, приятная озвучка, я сделаю, блять, аж рыгнул на это видео, 1000 рублей конкурс, охерительный конкурс, пацаны. Не подведите меня лайками и просмотрами, распространяйте это видео друзьям. Давайте я сейчас перейду в Steam и все вам это покажу. Причем я хочу это сделать, ну, вот так вот, в режиме онлайн. Типа, я хочу, чтобы это все видели, без каких-то вырезок, кому-то, блядь, писать. Easy Drop, если это не подкрутка, в какой-то... Ну, это лучший сайт, который я видел по кейсам за всю жизнь. Я открывал на многих сайтах, но они все близко с этим сайтом не сравнятся, понимаете? Я максимально советую, даже если... Я просто слышал от друзей, которые не ютуберы, знаете, тоже открывают кейсы за киби по 5-10 тысяч, что здесь реально есть шанс выбить огненный змей. Я не знаю, кто там, блядь, этот сайт держит, кто там это все делает, может быть, не знаю, ну кто там, Филиппин, кто из них-то, кто, я не знаю, ютуберы крутые какие-то там, ну кого я знаю, ну, мало кого знаю. Короче, у меня аж слов нету, посмотри, блядь. Так, это все что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Дюпнул кого-то, шейха, блядь, ограбил. Пацаны, максимальный респект кидайте за этот ролик. Похуй, что кто-то подумает, что это подкрутка, я сам уже начинаю так думать. А похуй, что, знаете, там, ну, я сам закинул деньги. Конечно, это не хейтеров это не смутит, да, что я там сам закинул. Давай так, 5000 лайков, максимальный репост, комментов нужно много набрать к этому ролику. Я даже забыл вначале сказать, сколько комментов. Ой, простофиля, или не забыл. Большое тебе спасибо, дружище, за просмотр. Ну, я в шоке, у нас же еще и скины как бы идут некоторые. Спасибо тебе, друг, пока-пока. Увидимся в следующих видосах.